Всем привет! Вчера я побывала в Доме культуры. И что? Почему? Зачем? Спросите вы. Вчера открылась впервые сцена, впервые за долгие годы. В последний раз я там был, наверное, в 2010 году. И столько лет все мы ждали, когда же она наконец откроется. И это произошло. И еще 65 лет Дому культуры. Поздравляю! И вот вам небольшой трейлер всего того, что видел я вчера. Все остальное, все подробности чуть позднее. Браво! Браво, культура! Браво! Браво, культура! Браво! Декабря я побывал впервые за столько лет во второй школе. Последний раз я там был на тхэквондо, когда мне было лет 7-8, наверное. В общем, давно это было. Во второй школе мне понравилось, ремонт мне тоже понравился, но самое главное, там 70 лет. Точнее, в честь 70-летия Великой Победы там устроили небольшой конкурс. Назывался он «Алло, мы ищем таланты». И, разумеется, стихи были там в честь войны, военные стихи, а также это был отбор на Лиру 2015. В общем, было очень замечательно и круто. Смотрим. А может быть, мы смотрим и трейлер. Я посмотрю, что я решу.